Всем привет! Вы на канале Мотохайкер. Итак, значит, приближается у нас, в общем, весна. Сейчас у нас 20 февраля. И я решил себе на мотоцикле кое-что поменять. А что буду менять, я вам сейчас покажу. Буквально вот сейчас, 5 минут назад, пришла посылка. И хочу вместе с вами устроить раскоробкинг. Ну, крышку от коробки я уже снял, потому что это второй дубль этого видео. Первый дубль не получился, потому что я там с камерой напортачил. В общем, неважно. Все равно покажу, что я купил и что я буду менять в первую очередь в этом сезоне. Итак, первое, это будет вот такая цепь у меня установлена. Это цепь со звездами от производителя DIT. Это японская цепь. Я уже такой пользовался. Мне она очень нравится. То есть на предыдущем мотоцикле, который у меня угнали, стояла именно такая же цепь. То есть меня она вполне устраивает. Поэтому вот я заказал такую цепь. Ибо родная цепь хондовская настолько говно, что проехав на ней сколько там, ну, 1022-23 километров, она вытянулась уже в хлам. То есть там уже вытягиваться некуда. Все, там уже подкручивать бесполезно. Она уже все в максималках, так скажем. Поэтому было принято решение купить новую. И 28 числа я поеду в сервис. Мне там это все заменят. Далее обязательно хочу поменять также маслица. Вот это вот замечательная маслица, но вам непонятно пока, что это за масло, потому что этикетка, она смотрит на меня. Так вот, речь идет о Liquimoly. Это полностью синтетическое масло 10W40. То есть 10W40 синтетику я еще ни разу не лил в свои мотоциклы. Я всегда использовал полусинтетику, мне в принципе хватало. Ну, тут решил побаловать себя и посмотреть, что получится. Ну, хуже, я думаю, не будет. Собственно, буду менять тоже 28 числа. И вот еще два таких вот фильтра. Это у нас основной масляный фильтр на мотоцикл. И это у нас еще один фильтр на сцепление. Так как у меня коробка автомат с двойным сцеплением, там идет отдельный масляный фильтр. Вот такой. В общем, осталось только купить еще такую резиновую O-ring прокладку под этот фильтр в Хонде непосредственно. И все, и 28 числа я буду все это менять и заливать. Вот такие, в общем, дела. Все, всем пока.